Зацепили приманку. Одеваем отцеп. Приманка зацеплена и отцеплена. Ваурус от Германа. Крутиться там не надо. Мы на обеде. Рыбы ноль. С дядей Андреем на природе. Сейчас Андрюша нам продемонстрирует свою горелку. Как она правильно называется, дядя Андрей? Спиртовая. Это у тебя там спирт? Да, хочешь опохмелись. Значит, в этой баклажке спирт налит, да? Как это называется, тазик? Не знаешь? Какой тазик? Ну вот это вот. Это специально такие штуки продаются, да? Да. В любом спорт. Лото. В сплаве. Да. Это мы будем сейчас воду кипятить. Пускай. Горит? Что-то я не вижу ни хрена. Наверное, тебя обманули, там вода. Сначала он дал бы мне попробовать. Ты за рулем. У тебя огурец есть? Горит. Сейчас она разгорится. Придет в свою рабочую норму. Бля, речка хорошая, Андрюх, блин. Но грязная, пипец вообще. Да где сейчас чистый? Где километров за 400 от Москвы? Ну на похре это стал почище, по-моему. На похре? Может быть. Сколько у нее по времени горения вот этого? Не знаю, хочется сидеть.
сейчас. Мешать там. Вилки взял? Ложки. Что-то на горелку влияет. Ни хрена не фурычит. Фурычит. Горит, по-моему. Горит, горит, горит. Больше разжимать. Миша, она как-то. Так, мне там она уже бурлит, 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 бурлит. Ну ты бери ее руками. И это. Открывай. По-моему, достаточно, нет? Ты возьми ее вот так вот, сними. То горячее. На, хочешь вот эту тарелку, да? Да не, я отсюда буду есть, мне просто надо ее открыть теперь. Тушеночка. На земле сидеть будем. Давай я приеду. Вообще я ее делал вот для этой кружки. Вот эта печка. Но она и надо просто держать ее. Нормально сделать. Где у тебя пакет для мусора? А? Пакет для мусора. Для мусора? Ух ты, закипело, бля. Сейчас найдем. Ну ты пока складывай сбоку. Спиртовая горелочка. Ну, скоро закипит уже. Вот таким питаемся. Дядя Андрей нас кормит. Знаете, кипяточек надо? Не, наверное. Не будешь? Ну что, просто кипяток пить? Да, неинтересно. Не, я могу сахар. Сахар я взял. А где ты такие штуки брал? Костя? Ну, от орехов. Очень вкусная вещь. Чернослив и хворка.
взад ее. Рыбы нет. Почему-то. Сейчас пойдем еще раз попробуем. Может, что поймаем. Очень вкусно. Вещь. Все, обед заканчиваем. Будем выдвигаться опять. Пробуй. Тестировали сейчас. Ловили сейчас на аква, на герман. Андрей ловил там вообще какие-то другие приманки. Ноль. Спиннингисты тоже ходили. Ноль у всех. Возможно, погода. Возможно, руки. Назад турнир местного значения. Сейчас на силикон попробую. Может, силикон выручит. Воблер твин за верхнюю петельку, 105, 1-2,5 метра. Ловлю на пихорке, вполне нормально проходит. Обратите внимание, как идет хвост этот. Красненький. Вот такой лепесточек обалденно играет. Воблер как может использоваться при троллинге.
так и при ловле в заброс. Воблер не имеет систему дальнего заброса, но летит, в принципе, для малых рек неплохо. Кидаю я его такой дубиной, на самом деле, воблер Аква, модель Twin. Вот он, в принципе, перебрасывает реку. Конечно, порой и маленькие приманки летят дальше. Во время ветра им, конечно, бросить будет тяжело, но играет он офигенно. Речка для меня новая. Я нашел более-менее, вроде бы, перспективное место. На той стороне крутит. Возможно, там яма. Невозможно, а там и есть яма. По правую руку, значит, мель. Постоянно цепляюсь за траву. Но воблер, в принципе, проходит неплохо. Теперь главное, вот с той ямы, куда я сейчас бросаю, наверняка там стоит щука и окунь, и белая рыба. Вот поднять бы хищника. Я уже пробовал твичить. Сейчас перехожу на равномерную плавную проводку. Здесь, конечно, хорошо было бы встать вот там, где-нибудь посередине речки, и бросать вот туда. Ну, может быть, если время сейчас будет, я еще попробую джигом побросать. Да, Саш, да. Да. Да, можешь выезжать, в принципе. Сейчас как раз человек подъедет, может быть... Тоже как бы с ним познакомишься, он тоже вроде как планирует снимать. Ну вот, говорю, кому покупать будем.